Інститут дослідження війни говорить про можливість наступу з Білорусі восени цього року. Не виключено, що можливо на тій же самій броні так це все відбудеться. Зараз радше не про сценарії, а про те, що в 23-му році, як я розумію, війна вже тепер, можна говорити, точно не завершиться. Тим паче, що ми чуємо такі заяви від генерала Міллі, який каже, що Україна не встигне звільнити всі свої території у цьому році. Тим паче, що, от як пише наш користувач Сергій Дет, відповідаючи на останнє питання, Міллі сказав, що всі війни закінчуються перемовинами, то, можливо, він нас схиляє до цього. Ну, це таке його судження. Що маєте відповісти на ці всі питання про 23-й рік? Война не закончится лет 10, то есть надо это понимать. Пока Россия не развалится, пока российское государство не прекратит свое существование, как Советский Союз, в таком же режиме, то есть пока сами республики Российской Федерации не примут решение выходить из правового поля Российской Конституции, пока будут боевые действия, будут проходить на линии фронта, которая будет наша граница между Украиной и Россией, это граница 91 года. Никакие переговоры однозначно не приведут к остановке войны или не будут продолжением войны как таковой. Дело в том, что освободить наши территории с помощью дипломатии точно не получится. Придется на 100% придется их освобождать с помощью военной силы. Вопрос контактных боев или, может быть, бесконтактного уничтожения противника с помощью дальних средств поражения. Тех же атакамсов, тех же летающих бомб, авиации в том числе. То есть варианты просто разные, но однозначно нам придется уничтожать россиян на территории Украины. И никакие переговоры не помогут развитию, ну, другому развитию событий. В этом году у нас есть возможность выйти на границы 91 года. То, о чем говорит генерал Милли, они еще не видят. Они все прекрасно видят, американцы в том числе, зачистку от россиян, от российских войск Херсонской в области и Крыма. То есть это после перерезания сухопутного коридора выход на Азовское побережье. Это оперативный котел. Здесь любой военный понимает, что неделя-две, и вся эта группировка выезд армейские запасы, и дальше будет либо сдаваться, либо искать весла, плыть в Тамань. Другого варианта просто нет. А вот вопрос по Донбассу. То есть здесь наши партнеры видят сложность освобождения Донбасса с теми стартовыми позициями, которые у них есть. То есть работа фронтально, допустим, выдавливание с Донбасса этой группировки. Хотя есть намного проще выполнение задачи уже после того, как мы решим вопрос с Херсонской группировкой и Крымом. То есть выйдем на чисто восточный фронт, с расположением севера на юг в районе Донбасса. Это отсечение Донбасса от России, просто придется заходить на российскую территорию. Именно вот этого пока не рассчитывают наши партнеры, захода на российскую территорию. А вот если с выходом на российскую территорию, то с заходом частичным, то Донбасс также, в принципе, переводится с наличием достаточных сил и средств. Донецкая группировка переводится в режим оперативного окружения выходом с Подсватова на Луганск, дальше Краснодон и дальше Таганрог. То есть вот такое же отсечение, но для этого надо достаточно силы средств, которые могут освободиться как раз после зачистки уже Херсонской области и Крыма. Эти расчеты пока наши партнеры не берут во внимание. А фронтально, если мы будем выдавливать фронтально, как сейчас, из Донбасса, это может растянуться надолго. За Донбасом, вони ж напевно і не візьмуть такі, пане Роман. Вони ж напевно і не візьмуть такі розрахунки до уваги, тому що це ж кримінал іти в Росію. Ну, з точки зрения правової, так ми в Херсоні, а Херсон это цих колокольні, вони його ввели в Конституцію Росії, тому нічого нового, якщо сапог, сейчас страшные вещи скажу, сапог украинского солдата потопчет Валуйки и Таганрог чуть-чуть. Ну, потопчем, ну а что делать?
А так получается еще воевать за Украину несколько лет, десяток лет как минимум. Ну а зачем это делать? Потому я думаю, пусть наши партнеры такого уровня не рассматривают действия, ну а думаю, наши командиры могут рассмотреть. Опять, все будет зависеть от той, это мы сейчас слишком дальний прогноз все-таки рисуем. То есть один из вариантов, да, но все будет зависеть от развития событий. А, то есть и оперативно-тактических, и в некоторых случаях стратегических, потому, исходя из этого, это уже ближе, наверное, к весне, можно будет делать реальные стратегические прогнозы по методам освобождения Донбасса.